Асфальт сняли, рабочих нет, а на тротуарах вообще черт ногу сломит. На улице Красномосковской встали работы, забили тревогу красноярцы. Дорожники там появились 3 недели назад, все разрыли и пропали. Люди жалуются, что их не видели уже несколько дней. Теперь узкая дорога просто не способна уместить и пешеходов, и автомобилистов. Первым приходится идти прямо по проезжей части, уворачиваясь от машин. При этом рядом находится школа, и сотни детей каждый день идут в образовательное учреждение, рискуя попасть под машину. И это пока сухо и тепло, а что будет, когда пройдет дождь? Да и вообще ремонт тротуара в этом месте вызывает у людей просто недоумение. Ведь особых проблем раньше они там не замечали. Ежедневно хожу в гимназию номер 9 встречать и провожать внука. Ходить невозможно, никаких работ не предвидится и не вижу, чтобы кто-то ковырялся, кроме там около бордюр, что-то пару человек пилили доски. А ходить просто невозможно, еле захожу, тем более я больной человек, пожилой, и мне кажется, что-то нужно делать. Общая протяженность ремонта этой дороги чуть больше 1 километра. Как рассказали в управлении дорог, планируется заменить асфальт, бордюры и в некоторых местах тротуары. На это было выделено около 30 миллионов рублей. Завершить работы подрядчик обещает к середине июня. Подрядчик обеспечил пешеходную доступность на участке, однако во время дождей песчано-гравийную смесь, которая подсыпалась в местах пешеходных переходов, размыла. Ее сейчас необходимо восстановить. Куратор технического надзора уже выдал замечание подрядной организации по этому поводу. В ближайшее время все будет восстановлено для обеспечения пешеходной доступности и безопасности людей во время передвижения по участку.